Что там вообще? Сначала я занималась танцами и шахматами, но у моей мамы появился муж, второй, и он предложил отдать меня на другой, ну, отдать меня на более сложный, что ли, вид спорта, командный. И он предложил волейбол, но я согласилась. Мы сходили, мне там понравилось, и вот теперь я занимаюсь волейболом. Первый мой тренер была Юлия Геннадьевна Моисеенко, а теперь Людмила Николаевна Коврига. Мой кумир – это Клюка. Мне нравится его техника, как он играет, как он нападает. Мне нравится в нем все. Конечно же, мы все хотим победить, занять первое место. Я не исключение. Мы делаем для этого все, тренируемся. Когда мы поедем на ЕВЗУ, мы можем показать все, чему нас научили наши первые тренера, чему мы сейчас добиваемся. Мы совершенствуемся с каждым днем.